Сельхозпродукцию из Коми можно будет купить и в других регионах страны. По поручению Вячеслава Гайзера местные аграрии намерены активно осваивать новые рынки сбыта. Для начала фермеры планируют завоевать доверие покупателей Кировской области. В плане транспортной доступности это самый удобный регион, с которым у Коми давние и тесные экономические связи. Первый шаг уже сделан. В Кирове установлены баннеры, рекламирующие бренд «Выбирай наше». Подробнее в репортаже Евгения Ракина. Первые баннеры «Выбирай наше» в Кирове появились полтора месяца назад. Один из них на въезде в столицу области приметил житель Прилузского района и с легким чувством гордости за продукцию из родной республики запечатлел на память. Обратили внимание на рекламные билборды и сами кировчане, о чем и написали на информресурсах. Установка баннеров в соседнем регионе – лишь начало. Так аграрии Коми ненавязчиво заявили о себе кировским покупателям. Ранее глава Республики Коми Вячеслав Гайзер сказал, что необходимо увеличить рынки сбыта, выходя с фермерской продукции на другие рынки сбыта, на другие регионы. И мы решили первыми пойти по этому пути и тем самым попромоутировать и наш проект Комиферма, и нашу фермерскую продукцию, и бренд «Выбирай наше». Следующий шаг – завоевать любовь покупателей к сельхозтоварам из Коми. Сделать это будет нелегко. Во-первых, по цене наша продукция проигрывает кировской. Во-вторых, местные власти наверняка будут не в восторге от экспансии северных фермеров. Они, в принципе, да, они не заинтересованы. Зачем им там лишний этот конкурент? Если мы какую-то нишу займем, значит, начнется спад у них производства. Это они не заинтересованы в этом, но нужно к этому стремиться. У аграриев республики своя стратегия. В условиях жесточайшей конкуренции действовать нужно предельно тактично и постепенно, причем делая ставку не на розничного потребителя, а на оптовиков. Со временем кировчане оценят качество экологически чистых продуктов из Коми. Та же рыба или мясо оленины пользуются большим спросом в средней полосе России. Мы ведь рассчитываем не на розничных покупателей Кирова. У нас, к сожалению, пока в Кирове нет торговых точек. Так уж получилось, что сегодня торговые точки у нас есть только в Санкт-Петербурге, и они показывают, что интерес устойчивый. Баннеры рассчитаны на оптовых покупателей, которые, предполагается, привезут продукцию в свои регионы и смогут ее реализовать. Вслед за Кировской областью аграрии Коми намерены осваивать и другие регионы, прежде всего Архангельскую область и Республику Удмуртия. Евгений Ракин, Константин Стратьенко, телеканал «Юрган».